Добрый день, сейчас находимся на улице Ивана Мазепы, 14. Как мы узнали, женщина с ребенком, по предварительным данным, выпала с 4-го этажа от этого дома. Обоих до нашего приезда еще, маму с ребенком, скорее всего, оно так и есть, госпитализировали. Обе живы. В частном месте видим следственно-оперативную группу. Вход в подъезд оцеплен. Попытались пообщаться с полицейским. Никакой информации нам не сообщает. Остаемся на месте. Попытаемся выяснить подробности.